Порядка 100 школьников из Рязани и области собрались в здании факультета русской филологии и национальной культуры Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Именно здесь им предстоит выполнить задание регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Каждый год эти задания меняются, но их смысл остается неизменным. Традиционно в них присутствует и написание эссе, и написание сочинения, и ответы на вопросы, которые связаны со знанием содержания произведения. Кроме того, школьникам предстоит провести работу с текстом и высказать собственные мысли по конкретным вопросам. Так что это испытание можно назвать самым творческим. Каждый ребенок здесь может высказать свое мнение по заданному ему вопросу. А вопросы всегда задаются, как правило, философские. Это вопросы о добре и зле, это вопросы о справедливости, вопросы о совести. Даже членам жюри не были известны задания, которые предстоит выполнить школьникам в этом году. Коробку с ними вскрыли непосредственно в присутствии участников перед началом испытаний. Но то, что были внесены определенные изменения по сравнению с прошлым годом, стало ясно сразу. Хотя бы потому, что в 2017-м испытания по литературе проходили в 2 дня. В этот же раз школьникам предстоит справиться с заданиями за 1 день. Председатель конкурсного жюри Александр Сафронов выразил надежду, что никаких неприятных сюрпризов подготовленных заданий не будет, а также рассказал о том, как год от года меняется уровень знаний школьников. Все больше и больше в ответах, в творческих ответах школьников свободы, раскрепощенности, фантазии, иногда через край, но без этого никак нельзя. Грамотность выше, на мой взгляд, Но каждый год какие-нибудь бывают сюрпризы, что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное, что-нибудь оригинальное. Радует, что, насколько мне известно, в последние годы школьники из Рязанской области и на всероссийском этапе улучшили свои результаты. Что интересно, попробовать свои силы именно в этом предмете некоторые школьники решили просто из любви к литературе. Это было мое решение, я постоянно участвую, в этот раз хотелось показать более лучшие результаты. А для чего вы участвуете? Зачем вам? Я литературу не сдаю, чисто для себя. К сожалению, мне не нужна будет литература, но как предмет это, наверное, вот самый мой любимый. Конечно, оценивать знания по литературе намного сложнее, чем, например, по физике или математике. Но профессорский состав университета, который входит в конкурсное жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, наверняка сделает это профессионально. Напомним, в этом году в Рязанской области в олимпиаде примут участие порядка 1300 школьников, которые смогут проверить свои знания по 23 предметам. Все испытания пройдут на базе Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».